Будка поцелуев объявляется открытой! Опять! Прости, не думала, что я буду снова так нервничать. Подозреваю, что у вас возникли вопросы. И я введу вас в курс дела. Как только начались каникулы, мы с Ноем провели вместе все лето. А затем, уже целых 27 дней назад, мой любимый улетел в Гарвард. Я скучаю, балбес. Я по тебе больше. А вот я сегодня готовлюсь к первому дню учебы. Эй, начинается. О мой бог, Эллен, ты не раскисаешь? Как же все-таки много красоток в Гарварде. И таких опытных. Жаль, что вы с Ноем расстались. Но мы с ним не расстались. Когда почтовые коды стали разными, расставание идет автоматом. Автоматом. Ох, порой я просто ненавижу школу. Этот новенький Марко, он настоящий лапочка. ОМГшки-то были правы, он настоящая лакомка. Рад познакомиться, но я очень проголодался, так что пойду съем лакомку. Очень смешно. Ли и я мечтали поступить в Беркли с тех пор, как узнали, что там подружились наши мамы. Тебе там понравится. Ты можешь учиться здесь, со мной. Это определенно проблема. Помочь? Обойдусь! Нам нужен Марко в будку. Почему? На нем все зациклены. Получим его, а остальные сами подтянутся. Мы хотели узнать, не хочешь ли ты быть одним из ведущих? Нет. Ты что, против благотворительности? Но я ведь с тобой разговариваю. Эй, у-ху! Я уже отправила документы в Тафтс, Бостон колледж и в Гарвард. Прекрасно! Какого черта? Ты должна спросить у себя, стоит ли менять свои планы ради него. Люблю этот город. Люблю эту девушку. По-твоему, вы предназначены друг другу? Я всегда в это верила. Прости, ушел и оставил дома телефон. А с кем ты ходил? Да с ребятами. Прошу тебя, верь мне. Если бы я нашел девушку умную и веселую, с похожими интересами, то не дал бы ей сомневаться. Как только я принимаю одно решение, обстоятельства и люди вокруг меняются, и я снова во всем сомневаюсь. Эль. Ну, дела.